activated. Приближается противник! Я попал по нему! Будешь иметь дело со мной, джедай. Враг! Здесь враг! Империя непобедима!
Закрыто намертво. Просто отлично, Биди. Патрульный пост. Опасно это место, Биди. За мной, Биди. Кордова считал, что ключ к хранилищу на Дотамире. Ты нашел своего Вуки? Ага. Но дела там внизу плохи. Империя повсюду. Инквизиторы? Ну, Трилы. Второй сестры. Пока нет, но она все еще преследует нас. Я победил девятую сестру. Когда меня схватила Империя, я держалась. Я поклялась себе, что скорее умру, чем заговорю. Но затем эта темная тень пришла. И это было хуже любого кошмара, который я могла представить. Но я еще держалась. Но в конце я все же сломалась. И выдала им Трилу. Да, я знаю, что уже никак не могу исправить это. Но, Кэл, у нас еще есть шанс спасти других, тех, кто в Галакроне. Так, ладно. Девятая сестра говорила о том, что стать инквизитором — это неизбежность. Но ты прошла через то же, что и она, и не присоединилась. Кэл. Все хорошо, Церы. Мы найдем Галакрон Кордовы.
возврат моей еды! Теперь давай. Ну, можно слетать на Датамир. Ты знаешь, так хорошо я не пилотировал с тех пор, как с отличием окончил космическую академию Латерона. Не знала, что на Латероне есть академия. Да, она была совсем новой в те дни. Ты, похоже, не часто там бываешь. Так на чем ты практиковался? На всем подряд. Истребители, грузовые суда малой и большой дальности. На чем я только не выделывал пируэты. Ты выделывал пируэты на грузовых судах? Да, большего они мне не позволили. Я был очень хорош. Ты бы меня видела. Приготовься, парень. Начинаем посадку. Корабле, внутри, тут стены, тут джедай. Все хорошо, да? Эй, Кел, у вас двоих все путем? Не знаю. Сейчас это не самое главное. Знаешь, Цера в тебя верит. Сказать по правде, сначала ты не произвел на меня впечатления. Я заметил. Смотри, она убедила меня лететь с тобой в самое ужасное место галактики, так что... Да, это правда. Ну, надеюсь, вы двое скоро помиритесь, мы завершим эту миссию и пойдем куда-нибудь посидеть. Я знаю отличный замок на Такодане, где делают лучший кровавый ранкор в галактике. Голоден? Кэл, дружище, ты был снаружи. Ты знаешь, где мы вообще? Это не место для отдыха и еды. Я умираю с голоду, полетели уже. Рошер смотрится здорово, Грис. Знаешь, он, конечно, не первое древо, но глаз радует. Ты здорово поработал с ветвями. Ха, спасибо, парень. Ты молодец. Кэл, у тебя есть минута? Ты многому научился после Бракки, но этот путь далеко не окончен. Знай, впереди тебя ждут сложные испытания. Я справлюсь. Я знаю, что ты сможешь. Я этого не отрицаю. Я знаю, что делать. Мне не впервой. Кэл, даже самые сильные джедаи... Я не Трилла. Я не сдамся. Конечно, нет. Я этого не говорила. Тебе не обязательно что-то говорить. Все в порядке, Цере. Правда. Будь осторожен, Кэл. Это все. Эй, знаю, мы не в ладах, но могу я с тобой кое-что обсудить? Нужна помощь. Я слушаю. Я восстановил связь с силой, но мне что-то мешает. Как думаешь, что? Когда я открываюсь, вижу мастера Топала. И при этом ты продолжаешь укреплять связь с силой. Знаешь, о чем это говорит? Что я сам себе худший враг? Что ты должен принять свои эмоции. Тебе нужно время. Сэра, спасибо. Я это ценю. Грис прячется? Видимо, да. Я его не виню.
Датамир вообще не благоволит к чужакам. Кордова должен был рассказать тебе что-то об этом месте. То, что объяснило бы, зачем он сюда прибыл. Думаешь, он говорил хоть немного яснее, чем в оставленных после себя записях? Он был умным человеком, но все еще пытался во всем разобраться. Теперь нам предстоит пройти этот путь. Беди один. Присмотри там за Кэлом. Видимо, заблокировано. Эй, Биди, пойдем. Братья, сюда! Слышал. И долго ты уже здесь? Достаточно. Этот мир даровал мне веру, когда я в ней нуждался. Убежище, когда я был слаб. Просветление, когда я блуждал во тьме. Ясно. Отомщу за своих братьев! Залезть можно, но со снаряжением. Умри!
Фух, у нас все же получилось. А ты умеешь развлекаться. Не могу пробиться. Ты не пройдешь. Отойди! Нет, все же он был прав. Кто? Что? Джедаи, воры и обманщики. Они несут лишь смерть. Назад! Еще раз помешаешь мне, я тебе устрою. Я тебя не трону. Но мои павшие сестры... отомстят за себя. Нужно проверить. Спасибо. Еще нежить! Покинь это место! Ты поплатишься за их смерть. Как ей удается следовать за нами?
Цера называла их владеющими силой, но я не видел, чтобы ее так использовали. Лучше нам держать ухо востро. Стоп, а у тебя уши есть? Знаешь, что это за крылатая штука? Надеюсь, и не узнаем. Эй, Биди, что это? О, там было что-то интересное. Руны братьев ночи. Мы приближаемся к деревне. Противник! Тут за кем-то охотились. Я тебя поймаю!
Мой удар будет точным. Дай-ка взглянуть. Хорошая работа. Отступись, джедай. Жертвоприношение, как урок. Нашел что-нибудь? Должно быть, здесь живут братья ночи. Напрямик? Только если не будет выбора. Его и нет.
Тропа у ворот. Думаю, для Гриза как-то жутковато, но это же Гриз. Отлично. Еще одна тварь. Когда-то здесь была арена. Братья ночи уважают только сильных. Thank you.
Хочешь проверить? Хорошо, беги. Что это? Я знал, что ты туда рванешь. О, там было что-то интересное. Сестрами ночи управляла мать. Она владела сильной магией.
создание выглядит опасным. Ко мне, братья! Я его задел! Брат! Нет! Не даем ему отдыхать! Давай со мной, джедай! Тебе здесь не место. Если останешься, братья убьют тебя. Думаю, ты превосходишь их по силе. Здесь тебя ждет только смерть. Погоди, может быть опасно. Ах.
Сильнейшие из братьев Ночи проходили обряд посвящения в логове этого существа. Thank you.
порядке? Я в порядке. Чего не скажешь об этом существе. Только что его видели?